Добрый день. Здравствуйте, Виктор Федорович, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Мы не виделись с вами с президентских выборов, я так подумала, в эфире, да? Где-то в декабре месяце. Да, подводили итоги, помните, да? Да, да, после президентских выборов. За это время много чего произошло. Да. В том числе и у вас. В том числе и Новый год. В том числе и книгу презентовали, я имею в виду по истории, да, в соавторстве. Да, получается. Книга называется «История политических наук и социально-политической мысли Молдовы в новое время». Это огромный период, буквально с 17 до 19 века. Так что был, в том числе с участием президента. Ну, я была на презентации, видела. Поздравляю вас с этим трудом. Спасибо. Хорошо, давайте поговорим о том, как вы видите вот этот вот первый месяц нахождения президента на своей должности. Потому что он сам подводил итоги, мы помним, да, на прямой линии с прессой. Как вот этот месяц охарактеризовали бы вы? Каким он вам показался? В первую очередь нужно отметить, что... Президент предсказуем, он открыт, он активен, что очень важно. Приступил к выполнению своей предвыборной обещаний, да, программы. И, как мне кажется, пока для его избирателя, для своего избирателя, он идет вот такой выверенной дорогой, значит, и может уже доложить о каких-то результатах. Его избиратель ждал, конечно, определенных шагов в социально-экономической жизни. Вот. И поездка в Москву, которую некоторые аналитики пытаются ее там обозначить как такой геополитический шаг и так далее, и так далее. Мне кажется, что она носит в первую очередь характер экономический. То есть он поехал туда по проблемам социальным, гастарбайтеров, по проблемам экономическим, то есть торгово-экономических отношений с Россией. И проблема Приднестровья тоже, она была... Это все, что касается, в принципе, экономических вопросов и вопросов укрепления государственности, как мы говорим, да? Геополитики там было мало, то есть я даже не вижу здесь. Хотя, конечно, можно охарактеризовать этот визит и таким образом. Второе, очень интересно, что, значит, президент встретился с приднестровским лидером, потому что мы знаем, что в его предвыборной программе есть проблема, то есть разрешение приднестровского вопроса. Да, и здесь он пошел на открытый разговор. Притом этот открытый разговор даже привел к определенным результатам, потому что мы видим, что уже то есть циркуляция, или, как мы говорим, движение людей с одного на другой берега, да, значит, стало легче, без там регистрации, как я понял, и так далее, и так далее. Следующий шаг интересный. Конечно, он пытается уже выстраивать отношения с нынешними властями, потому что с учетом того, что у нас все-таки парламентская республика, есть конкретное парламентское большинство. Спасибо. Есть парламентское большинство, есть нынешняя власть. Мы все знаем, в каких условиях прошли и президентские выборы, и какая ситуация. Ему приходится выстраивать эти отношения. Я думаю, что это пока не получается, потому что с учетом того, что парламентское большинство, власть пытается его изолировать. И мы заметили, как вот последние 2-3 месяца они ясно через законодательство отбирают у президента определенные полномочия. Полномочия, то есть они, да, максимально стараются изолировать президента, не дать ему действовать. И вот это сложность. Но несмотря на это, все-таки президент очень ясно объявил и о том, что он будет не признает прокурора генерального, что он попытается это все
изменить. Он выдвинул законопроект по этим украденным миллиардам, да, которые висят, да, сейчас на, да, бюджете и, в принципе, на шее всех граждан страны. То есть то, что он предпринимает, в принципе, выглядит очень положительно. Я смотрю, что явной такой жесткой критики даже со стороны оппозиции, со стороны властей не наблюдается. Ну, я бы здесь поспорила с вами. Я как раз эту критику наблюдаю, даже не только критику. Я, например, знаю, что вчера состоялось заседание Совета коалиции, посвященное вопросу возможного импичмента. Я говорю о других отрядах оппозиции. А власти, да. С властями мы видим. Основной соперник все-таки это правящая коалиция, согласитесь. Да, я соглашаюсь. При том, соглашаюсь. Да, что мы видим, какой был шквал критики, и не только критики, еще и конкретных поступков. Ну, вы знаете, вы как-то вот на самом деле очень так кратко обозначили болевые точки такие, которые мы наблюдали за весь этот месяц. Я, например, выделила вот какой момент первонаперво. Это ситуация с внешней политикой. Ну вот, особенно визит в Москву показал, что столько заявлений, как по поводу, значит, того, как себя повел Игорь Дадон в сфере отношений с Европой, да, вот что он там говорил в сфере отношений с Россией, не было вот такого шквала, как мы наблюдали. И люди заговорили о том, что у нас вообще вот установилось такое, знаете, двоевластие. Двоевластие. Да. И это не очень здорово, если посмотреть в целом на ситуацию в стране, на ту позицию, которую занимает Республика Молдова в сфере международных отношений. Как-то из этого нужно выбираться, нет? А вот конечно, как? Конечно. Ну, во-первых, надо отметить, что было ожидаемо, что возможно будет двоевластие. С учетом того, что у президента все-таки полномочий конституционных очень мало, и тем более, имея такую оппозицию в лице парламентского большинства, в условиях нашей парламентской демократии 80-90% полномочий они принадлежат парламенту. То есть у нас, можно сказать, такая довольно открытая парламентская республика. Вот. Хотя мы называем режим олигархический, он захватил власть, это захваченное государство. Но, в принципе, формально, юридически, конституционно это такая демократия. Я вас не сильно обижу, если скажу, что то, что у нас прописано в законах, в том числе и в основном законе Конституции, и то, как распределены все вот эти полномочия, это, знаете, две больших разницы. Потому что наше законодательство, оно всегда, знаете, подчинено конъюнктуре. И вот когда президент избран всенародно, а есть полномочия такие, какие у него есть, эта ситуация тоже, на мой взгляд, не очень правильная. Знаете, что мы делаем все эти годы? Мы идем за политической ситуацией и меняем законы в зависимости от того, кто у власти. Понимаете? Поэтому вот все то, что сейчас есть, даже то, как трактует это все Конституционный суд, это очень хорошие вопросы. Да. Согласитесь. Согласен. И все-таки, повторяю, полномочий у президента очень мало, тем более, что власти, как я вижу, и Конституционный суд, вот они работают вместе для того, чтобы урезать и изолировать президента, и это очевидно. Это очевидно не только специалистам, это очевидно уже, как говорится, и населению. В какой мере президенту вот в этой ситуации удастся добиться определенных результатов, идти вперед, оставаться первым лицом государства и самым влиятельным политиком, тем более по статусу и по конституции, и самое главное уже по факту легитимности, что он последнее избранное лицо, mm-hmm. тем более на открытых парламентских, президентских выборах, на всенародных, uh-huh. это очень высокая легитимность. Но, повторяю, видите, как парламентское большинство, в том числе господин Канду, повторяет постоянно, господин Плохотнюк в последнее время декларации делает, они говорят, что вот президент, да, мы будем с ним считаться, но он должен действовать в рамках Конституции, как будто президент, значит, что-то нарушает. Ну вот президент, я вас перебью. Президент угу. пытается действовать в рамках действующей Конституции. Вот смотрите, это инициатива по украденному миллиарду. В принципе, в рамках закона, да,
Игорь Дадун сделал то, что он мог, и заявил, что он будет делать еще, и все это укладывается в рамки закона. Он выступил с законодательной инициативой. Он, да, по поводу того, чтобы снять этот груз с плеч народа. Значит, что он дальше сделал? Созвал Высший совет безопасности, посвященный этой проблеме, и сказал, что мне необходим список тех лиц, которые участвовали в этой краже, я хочу этим заняться. Все встречает, значит, противодействие. Противодействие парламенту. Да, и тогда президент говорит, хорошо, у меня есть последний аргумент, референдум. Он тоже имеет право это по закону. Обязательно. То есть президент находится в законодательном поле, но даже такие шаги его, они встречают ожесточенное сопротивление. На как с этим шагу. Быть? Да, на вот как шагу. С этим быть? С этим будет сложно. Понимаете, как человек уже опытный в политике, я сегодня не вижу такого ясного ответа на этот вопрос. Почему? Потому что все будет зависеть от условий, которые будут складываться в ближайшие недели, в ближайшие месяцы. Будет зависеть от того, в какой мере президенту удастся иметь сильную команду политологов, специалистов, политтехнологов. Потому что надо признать, что у нынешней власти, особенно у господина Плохотнюка в команде Демократической партии, политтехнологи сильнейшие. Поэтому что можно противопоставить? Можно противопоставить технологии, действия активные, активность, открытость президента и объединение, в том числе создание такого широкого, как я говорю, общественного фронта или социального диалога, да, куда нужно обязательно притянуть и огромные сферы профсоюзов, оппозиции, интеллигенции и так далее, потому что в конце концов президент должен доказывать обществу и должен убедить общество, что он не ратует за какие-то узкопартийные, узкополитические интересы. Все-таки во главу угла это интересы страны, это и проблема развития, модернизации страны, можно сказать, преодоление этого кризиса. И кто мешает? И на данном этапе все-таки мешает парламент. Поэтому, видите, как он сделал очередной шаг, он заявил о том, что будет добиваться изменения в Конституции, чтобы получить больше полномочий. Я бы не сказала, что только парламент, Виктор Федорович. На мой взгляд, более ожесточенное сопротивление оказывает правительство. И смотрите, самые большие стычки... Я имею в виду власть. Тогда другое дело. Потому что самые большие стычки стали происходить по кадровым вопросам. Смотрите, вот вы отметили ситуацию с генпрокурором. Раз. Да? Министра. Министр обороны. Два. Дипломаты. Дипломаты, да. Вот вы сами все это и обозначили. То есть сложность здесь в том, не что нужно уже Конституционный суд. Уже Конституционный суд. И следовало было ожидать это. Конституционный суд уже принял решение. Он еще раз, можно сказать, попытался и уже сделал конкретный шаг этим решением изолировать президента, не дать ему никаких возможностей для маневров. И здесь очень странное поведение, в принципе, Конституционного суда, потому что Конституционный суд тоже должен учитывать ситуацию страны, проблемы, которые складываются, взаимоотношения определенные, значит, между властями, между парламентским большинством, правительством и президентом. И мне кажется, Конституционный суд не учитывает это. Он не учитывает, каждый шаг, Виктор Федорович, и мы знаем, как они объясняют, но на каждый вот такой их шаг, в принципе, президент отвечает, даже в рамках своих полномочий. Он говорит, прекрасно, с послом Румынии не хотите решать ситуацию? Очень хорошо, я следующих, значит, послов не буду назначать. Да, вот вы говорите, что по решению, значит, с министром. Ну, хорошо, то судьи не все назначены, понимаете? То есть, в
принципе, он дает им понять, давайте как-то мы будем друг друга уважать. Вот я задала вопрос тоже президенту этот, на пресс-конференции. А он что мне в ответ сказал? Он сказал, я не хочу, чтобы они уважали лично меня. Я хочу, чтобы они уважали институт президента. Да. Потому что они так относятся, что это ни в какие рамки не вписывается. Но ведь так получается. То есть получается, они так сделали, а он им в ответ может сделать так. И вот нет, что с этим это, делать? Это пока позиционная борьба. Никто не хочет уступить. Я не стану здесь обвинять, критиковать президента или парламентское большинство. Но, повторяю, мне кажется, что именно парламентское большинство должно учитывать большую легитимность президента, понять, что это все-таки первое лицо, и сделать шаг навстречу. Я знаю, вот, например, в этом смысле, как поступают французы. Когда они избирают президента, там полупрезидентская республика, и очень часто президент приходит от другой, от оппозиционной власти, и вот этот президент с народным собранием Франции, приходится им работать. Они обычно идут на уступки. То есть это клауза, то есть это привычка такая. Значит, история политической культуры, Виктор, да, Федорович. В данном случае, что касается Молдовы, повторяю, президенту будет сложно с этим парламентским большинством и с Конституционным судом. То есть это очевидно на этом этапе. Поэтому сможет он уступить или попытаться договориться, на этом этапе непонятно. Тем более, что многие специалисты говорят, и в том числе и мы говорили, что надо добиваться досрочных парламентских выборов. А вот вопрос, в каких условиях, как получится, значит, добиться этих выборов. Здесь нужно организовать кризис. Мы готовы сегодня для кризиса. Население поймет, если этот кризис будет тянуться долгие месяцы, полгода или целый год. Потому что до парламентских выборов сколько осталось? Полтора года. Года, да. Они быстро уйдут. Пока здесь развернется борьба, конфликты, выдвижение, значит, законопроектов, постоянное блокирование друг друга и так далее. И у власти, я имею в виду у парламентского большинства, да, появится дополнительные, скажешь, ну, видите как, мы избрали президента, он нам мешает работать. Потому что, что бы мы ни говорили за основную деятельность, за экономику и так далее, отвечает в первую очередь правительство. Правительство будет сейчас искать повод для того, чтобы обвинить президента. Поэтому, повторяю, есть сценарий А, да, идти на полную конфронтацию и добиться парламентских выборов, но я лично не убежден, что на досрочные парламентские выборы, что этот кризис может привести к какому-то успеху. Это первый сценарий. Да? Есть сценарий Б. Все-таки надо, значит, может быть, договариваться хотя бы тактически на определенном этапе, имея в виду, что этот сценарий Б включает в том числе и вопросы, может быть, и вторую часть этого сценария Б, аспект все-таки конфронтационный. То есть где-то политтехнологически готовиться к этому варианту. И иметь, может быть, и следующий план ЧЕ, который, значит, он не должен обязательно оглашаться и так далее, и должен привести к какому-то успеху. У президента времени мало. Вот я уже вижу, некоторые пытаются его обвинить, что он слишком спешит, что он ведет себя конфронтационно и так далее. Я не скажу, что он ведет себя, он просто ведет себя активно. Пока он конфронтационно ведет только, значит, можно сказать, в заявлениях. Ничего жесткого еще не случилось. Но вот после решения Конституционного суда проблема назначения министра сейчас уже будет, может быть, что станет поводом для конфронтации, тем более, что президент заявил о том, что он быстрее пойдет на референдум, чем назначит. Потом, да. Вот судьи, я читал вот сегодня, да, что он отказался там назначать 10 судей и так далее. По судьям то же самое. Значит, высший судебный совет магистратуры имеет право уже этих же судей выдвигать второй раз. То и есть тогда тоже придется. Что сделает президент? Вы знаете, о чем я думала? Как он поступит? Вот вы так сказали легко, там год, полтора.
Я считаю, что за эти год-полтора могут случиться многие очень не то что неприятные, я считаю, даже катастрофические вещи, из которых потом мы будем долго и нудно выбираться. Что я имею в виду? Постараюсь вам сейчас пояснить. Виктор Федорович, вы ведь работали в условиях жесткой конфронтации президента с парламентом. Вот я сейчас говорю о Петре Кирилловиче Лучинском и парламент образца 1998 года. 98 года. Да, да, который был досрочно распущен. Вы помните, как складывалась эта ситуация? Так вот, на мой взгляд, в основном принимались законы, которые были направлены парламентом именно против усиления Петра Кирилловича Лучинского. При всем уважении, уважении к вам, как к депутату того созыва, я все-таки должна сказать, проигнорировали референдум. Да. Да. Петр Кириллович вышел к народу, народ высказался за усиление президентских полномочий. Что сделал парламент? Он просто-напросто сказал, ну да, это вообще не наша тема, до свидания. Второе, что было сделано? Были приняты поправки в пользу парламентской республики. Да. Да. Я к чему сейчас это все веду? Я считаю, что самый большой был вред, что за это время начали принимать такие законы против Петра Кирилловича конкретно, которые мы до сих пор пожинаем, вот этот, да, вред. И я считаю, что за эти полтора года дело не в Игоре Додоне, президенте. Дело в том, какие еще законы может принять правящий, как они могут перевернуть всю вот эту систему. И это самое страшное. Нет, но это будет тоже в рамках противостояния. Потому что если бы ситуация была бы, как говорится, безнадежная, если бы вместо Додона был бы прошлый президент Тимофтий, ситуация была бы спокойной для нынешней власти. Но это же неправильно, что мы под каждого президента будем принимать свои законы. К сожалению, такой политический класс. Это, понимаете? Вы понимаете, как получается, что тот избиратель, который проголосовал за эти партии, за демократическую партию, за либеральную партию, за либеральную демократическую, за компартию, в том числе партию коммунистов, пускай уже обращает внимание, что делают их представители в парламенте, что делает депутат. Народ проголосовал на выборах за нынешнего президента. Народ доверяет этому человеку больше всех в стране. Любой политик, любой эксперт, любой аналитик должен понимать, что на данном этапе навстречу нужно идти все-таки к этому лицу. Так устроена, в принципе, политика, если мы говорим о современном демократическом государстве. И повторяю, надо брать примеры, и вы правильно сказали насчет политической культуры, надо брать примеры с тех стран, которые умеют все-таки договариваться, умеют идти навстречу во имя, как говорится, общественного интереса, во имя интереса. А у нас кризис страшнейший, он продолжается десятилетиями, вы правильно отметили, еще 15 лет назад мы имели эти конфликты. Я надеюсь, что мы кое-чему научились. Но, повторяю, мудрость должна здесь, значит, быть, да, проявляться с обеих сторон. Да, есть парламентское большинство, да, они будут держаться за власть до последнего, но я надеюсь на определенную разум и мудрость, и с их стороны они должны понимать, что в условиях конфронтации никому не будет хорошо. Кроме этого, если они должны бояться, в принципе, большого конфликта уличного, тем более, что они прошли это в 2015-2016 году. Это может повториться. С другой стороны, повторяю, президент, этот потенциал протестный, да, который немножко ушел на убыль, потому что он был заменен эмоциями и волей во время президентских выборов. Народ уже решил этот президент. Если другие части оппозиции сейчас недовольны, вот, они должны выбрать. Я как-то говорил в одной передаче, и господин Настас, и госпожа Майя Санду, они должны на этом этапе все-таки думать, что важнее, противостояние с президентом и все-таки, или все-таки парламентские выборы 2018 года, которые должны привести немножко к другому политическому классу. Людей более ответственных, людей профессионалов, людей моральных, людей, которые не крадут миллиарды, а умеют все-таки их зарабатывать в интернете.
интересах страны и так далее. Нынешняя власть, нынешнее парламентское большинство, все знают, они потеряли любую легитимность. С другой стороны, Они-то с этим не согласны, Виктор Федорович. Понятно. Но понимаете еще, в чем вся ситуация? Вот вы сказали так о досрочных выборах, что вы пока не видите вариантов, да, как можно было бы их легко и просто спровоцировать. Но у меня есть такое ощущение, исходя из тех поступков, которые совершает сейчас правящая коалиция, что они, честно говоря, не исключают их проведение. Потому что откуда тогда бы появились постоянно витающие слухи о том, что власть вот хочет смешанную систему, демократы. Демократы запустили эту идею, да? И вот и они с этой идеей уже несколько месяцев, вы понимаете, они ее, значит, пиарят как возможно и как невозможно. Разве не так? Я согласен, что они готовятся, но они на сегодняшний день не готовы к выборам. Сегодня кто они? Коалиция? Нынешнее большинство. Единственная партия, которая, то есть две партии, которые более-менее готовы к выборам, это социалисты, это та часть населения, которая проголосовала за президента, это устойчивое большинство 53-54%, и это, значит, в определенном смысле госпожа Майя Санду, Анастасы, может быть, господин Усатый и так далее. Почему коалиция, я имею в виду сейчас больше демократов, не вся коалиция, именно демократическая партия тогда придумала эту смешанную систему. Подождите, все говорят, что они... именно в свою пользу. Понятно. Они готовятся к выборам. Они сейчас поменяют. Вот сейчас проголосуют они весной. Правильно. Ее. О. Они проголосуют сейчас. Кроме этого, выдвижение Чекана туда, в правительство, будут играть в эту роль. Потом начнется работа, и она уже давно идет, с элитами региональными и так далее. И они потихонечку будут... Но это недостаточно для того, чтобы каким-то образом выиграть выборы. Потому что все-таки полюс оппозиционный или оппозиционный несистемной и системной против нынешних властей, против нынешнего правительства и парламентского большинства, давайте лучше так выражаться, он очень большой. И они не смогут сегодня... То есть вы не верите в силу денег, Виктор Федорович? Виктор Федорович, секунду. Я верю. Да, вот. То есть почему люди критикуют? Даже те, кто, в принципе, неплохо отзывается о смешанной системе. Мне лично смешанная система сама по себе, без, значит, внедрения ее в данный момент в Республике Молдова, она тоже кажется неплохой. Но люди почему говорят? Они говорят, что кто бы ни был избран по результатам смешанной системы, и их легко перекупят. Вот люди уверены, вот у меня в эфирах именно это все говорят. А вы сейчас начинаете говорить полюса, как оно складывается. Понимаете? Даже если они проголосуют за чистую, то, что называется мажоритарную систему, да, в нынешних условиях влияние, значит, голос, значит, президента, только что избранного, да, если у него не будет больших грубых ошибок вот за 2017 и 2018 год, он будет услышан по республике. И если у партии социалистов, если у президента будет конкретный список людей, и он попросит население проголосовать за этих людей, мне кажется, что население его сейчас на этом этапе послушает. Господин, то есть принцип «бабло побеждает зло» не всегда действует? Нет, на этом этапе. Они смогут. Вот в условиях Гагаузии, почему им удалось? Им удалось, потому что влияние, надо сказать, гагаузов, в принципе, они хотя и включаются в политики вот, республиканского, да, но это все-таки их выборы региональные, там в народное собрание, и они имеют там местные интересы. У них есть вектор, Виктор Федорович. У них есть четкий геополитический вектор, и каждый, кто приходит и говорит, давайте его поменяем, он обречен на успех, то есть абсолютно. Я почему-то убежден, что у господина Плохотнюка и у Демократической партии, почему они сейчас хотят менять? Конечно, чтобы держаться на плаву. И не просто держаться на плаву, а получить хороший результат. Я абсолютно убежден, что они сами не верят, что они добьются победы. Но, с другой стороны, есть конкретное противостояние власти с президентом.
то есть. Конечно. Да. А знаете, они секундочку, а знаете, сейчас... на какой платформе сейчас это противостоит? Как себя демократы начали позиционировать? Как единственная серьезная проевропейская сила. Да. Вы заметили? Да. Да. Вот, то есть они именно, да. Вот я смотрю, вот вы когда говорите, что они такие слабые, там, значит, и практически несчастные, я вспоминаю о том, с каким посылом они собираются идти к людям. И уже вижу, что мы вот такие, видите, вот Дадон, что не говорил, мы через 5 минут говорили ну, нет. Людмила, вы пытаете меня совсем, чтобы я вам рассказал все секреты. Я же не могу вам это рассказать. Это моя работа, Виктор Федорович. Но на публику мы же не можем абсолютно все секреты. Я предполагаю, что здесь есть несколько сценариев. Я не могу их вам раскрыть и так далее, потому что мне лучше говорить уже это президенту, чем господину Плохотнюку. Вот. Но давайте так скажем. Безусловно, что если стать вместо лидеров Демократической партии, надеяться на выборы, на победу на выборах 2018 года, надо найти меры понижение, значит, авторитета, легитимности президента, значит, дать ему, чтобы совершить ошибки, устроить ему несколько капканов, из которых он будет очень сложно будет выходить. И кроме этого, обязательно устроить какие-то контрмеры против госпожи Майя Санду, против Усатова, против Андрея Анастасии и так далее. Я абсолютно убежден, что господин Плохотнюк в этом направлении работает сейчас активно. То есть система изменения законодательства, значит, системы избирательной – это одно направление. И кроме этого есть сценарий по этим всем лидерам. Сейчас, конечно. Повторяю, президенту очень важно не совершить ошибок, да, иметь, быть наготове, быть начеку постоянно со своими, значит, хорошей командой, хорошими специалистами и добиваться диалога с широкими общественными кругами, потому что в случае кризиса большого, чтобы он смог вывести на улицу большое количество людей. Я абсолютно убежден, что господин Плохотнюк это понимает. Что да, почему? Это... Об этом сам господин президент на прямой линии он сказал. Да. Да, он сказал, но... чтобы вы не забывали, уважаемые друзья, конечно, что конечно. Я знаю, что такое уличный поэтому протест, я был важно, на улице. Да. Поэтому очень важно, чтобы президент со своей командой, с оппозицией умели выстраивать, выстраивали приоритеты, умели, значит, их, потому что приоритеты здесь имеют большое значение, и, кроме этого, уметь все-таки беседовать, идти на диалог с широкими общественными структурами, я имею в виду в том числе с интеллигенцией, с экономистами, с хозяйственниками и так далее. Потому что люди – это все-таки реальные, они знают, как действует, как работает сейчас экономика, их просто так не обманешь телевидением и рапортами правительства и так далее. Они надеются на президента, они, конечно, сейчас присматриваются и так далее, но этот пласт, общество, да, этот слой общества очень важный, то есть то, что называется экономические элиты страны, а сейчас они между двух огней, да, и они, конечно, будут следить за президентом, а на определенном этапе они будут ему помогать, потому что им важно, чтобы экономика все-таки здесь работала. Они видят, что нынешняя власть не способна и ждет только кредиты и всякое другое. Повторяю, очень важно не наделать ошибок. Господин, вернее, давайте скажем так, правящее большинство, да, повторяю, будет президенту, и в том числе с помощью Конституционного суда, и еще через другие провокации, попытается, повторяю, устраивать капкан для того, чтобы снизить легитимность президента, снизить авторитет президента, поняла. Выставить его неспособным ну, в этом или скандалистом. Никто, или в этом никто не сомневается, что будут предприняты такие попытки. Никто. На самом деле. Виктор Федорович, ну мы можем еще поговорить и о роли внешнего фактора в этом во всем. Да. Потому что очень часто, особенно в предвыборную кампанию, говорилась одна и та же вещь, что наша правящая коалиция, наша власть в лице, значит, и в том числе и правительство, очень сильно зависимо от наших западных партнеров и зависимо от Соединенных Штатов Америки. Вот если это принять как факт,
Тогда получается, что все должны сидеть и ждать одной вещи, что вот сейчас начнутся некие изменения в политике Соединенных Штатов, потому что там пришел к власти господин Трамп, значит, это будет новая администрация. Там уже нет Виктории Нуланд, большого друга господина Плохотнюка. Да? Мы понимаем, что есть изменения, которые будут и в европейском сообществе. И мы понимаем, что это связано с выборами, которые будут в том числе и во Франции, и в других европейских странах. И так ли уж будет зависима европейская политика от американской, тоже можно поставить такой вопрос, да? То есть как это будет развиваться, непонятно. Но тем не менее, внешний фактор ведь может сыграть свою роль, да? И повлияет на наше правящее большинство, и их позиция и поведение может несколько измениться. Так? Да. Ну... Давайте скажем ясно, я выскажу свою точку зрения. Я думаю, что геополитика будет и дальше очень сильно влиять. Значит, мы завязаны здесь, именно в этом регионе. Да. Украина, Молдова, Грузия, прибалтийские страны и так далее. Украина. Мы завязаны очень сильно на геополитике. Изменения сразу в ближайшие там не месяцы, я думаю, что они не произойдут. Может быть, чтобы эти изменения до 2018 года мы их наблюдать не будем. Противостояние будет присутствовать и дальше. Ну хорошо, а вот по Украине, вот мне кажется, будет ясно по Украине, потому что все согласны с тем, что Молдова в политике Соединенных Штатов идет в одной связке с Украиной. Отношения между господином Порошенко и господином Трампом, да, нам скажут многое, разве нет? Ну, давайте вспомним, когда говорим об американской политике, давайте вспомним, что с 90-х годов у них было сколько там, 5 президентов, да? Очень сильно менялась американская политика? Нет. Они на определенном этапе развала СССР вроде остановились, а потом очень быстро начали расширять НАТО, строить военные базы и так далее, и так далее. Хотя некоторые президенты призывали вроде не спешить, но потом они говорили во время избирательных кампаний не спешить, все-таки иметь отношения хорошие, добрые, открытые с Россией и так далее. Но потом на следующем этапе. Поэтому давайте посмотрим, что будет с Трампом, как будет Трамп действовать. Конечно, взаимоотношения между Россией, между Путиным и Трампом, если они будут более мягкие, более конструктивные, это скажется обязательно положительно, значит, на Молдове. Больше того... Не зря же господин Плохотнюк писал письмо. Он сказал, что мы зависим от того, какие будут отношения между Штатами и Россией. Конструктивные взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами, они будут больше работать на нашего президента. Потому что наш президент объявил себя промолдавским политиком. Он хочет, как я понимаю, строить все-таки многовекторную внешнюю политику. Это очень важно, потому что нам нужны... Многовекторную, но он все-таки сместил несколько приоритетов. Конечно. Он назвал Россию стратегическим партнером. Да. То, чего в программе правительства... Да. Последних правительств не было в помине. Согласен. Значит, здесь он обозначил, значит, эти приоритеты в первую очередь с точки зрения не военно-стратегической, не политической, а в первую очередь экономической. Да, а это означает единственное, что будет все-таки многовекторное с учетом главных экономических, социально-экономических интересов. 500-600 тысяч населения нашего работает там. Вот это надо учесть. Потом специфика экономики связана больше с российскими рынками. Это скажет любой нормальный экономист в этой стране. И президент как экономист, как управленец, как человек, который был на руководящих важных, значит, должностях правительства, он понимает болезни и болячки нашей экономики. И в этом направлении его нельзя обвинять сейчас в первую очередь в геополитике. Он как раз занимается экономикой. Вот. Другое дело, что если уже и в геополитическом плане между Россией и Соединенными Штатами будет определенная
согласия или конструктивизма, здесь такие страны, как Украина, Молдова и так далее, они должны освободиться вот этих пут, от этого противостояния. И тогда президенту нашему будет и легче строить отношения, в том числе с оппозицией несистемной, как мы говорим сегодня, с правыми, то есть с Анастасом, с Майей Санду и так далее. Да. С другой стороны, хуже всего будет все-таки демократическая партия, потому что той помощи, которую они получали до сих пор, в том числе не только помощь финансовая, но и политическая, и всякая другая, она спадет. И, конечно, тогда демократической партии придется нелегко. С другой стороны, в какой мере, значит, Европа, в какой мере они попытаются и захотят удержать здесь свое влияние, какого они лидера будут искать, будут они искать замену господину Плохотнюку, или все-таки они будут делать ставку и на него в том числе, это очень важно. Но, повторяю, по моему мнению, факт улучшения российско-американских отношений, они скажутся положительно, значит, на результатах наших 2018 года. Оно, значит, положительно скажется, потому что у президента будет больше возможностей для маневра. Ему сейчас нужно выстраивать отношения, между прочим, и с Брюсселем, и с Соединенными Штатами, воспользоваться этой ситуацией, которая может быть положительной. Конечно, встреча вот сейчас, которая произойдет между Порошенко и Трампом, значит, она может быть что-то прояснит. Но я повторяю, основные события произойдут только после встречи Трампа уже с Путиным. Потому что ожидается. То есть надо сказать, что в этом смысле есть определенный оптимизм. Да? И президент очень ясно должен двигаться вперед. Но, повторяю, чтобы не совершить ошибки политического класса Украины 2013-2014 года, вот, здесь основные элиты нужно все-таки пытаться объединять, то есть находить какие-то компромиссы. Это мой последний вопрос, потому что времени у нас уже не так много. Если я вас правильно поняла, ваш посыл, то вы выступаете за то, чтобы президента сегодня поддержали представители платформы «Да», партии «Майя Санду», то есть та самая оппозиция, ну, Сапты, понятно, он и так высказался, поддержал его в роли президента, когда были выборы. То есть, чтобы эти люди подтвердили свой антиолигархический посыл. Да, они об этом заявляют. То есть, если они не могут объединиться прямо за, то они, на ваш взгляд, должны объединиться против. Вы полагаете, что это возможно? Это возможно. Здесь нужен какой-то статус-кво. Я говорю, что такие, значит, сценарии, они очень часто... Год назад. У нас это случилось единственный раз в 2015 году. Я вам скажу, за 25 лет это единственный раз. А молдавское общество, которое разделено по очень многим сегментам, то есть когда мы говорим о расколе, любое общество расколото. Это иногда 2-3-4 сегмента. А у нас таких расколов специалисты насчитали 14-18 разных расколов в обществе. Поэтому общество очень сильно расколото, очень фрагментарно. Вот используют политологи еще такое понятие, как фрагментарно. Так эти фрагменты каким-то образом нужно объединить. Ну, хотя бы что возможно. Например, не согласится госпожа Майя Санду идти навстречу. Но сам факт, что президент постоянно будет поднимать этот вопрос, взаимопонимание, нахождение общих подходов, подключение части этих элит, которые крутятся вокруг этих партий, да? Не забывать о электорате. Все-таки электорат большой проголосовал и за нее тоже. Поэтому активные действия президента в смысле улучшения, в смысле взаимопонимания, диалога и так далее. И, как вы правильно отметили, идею этой антиолигархического такого фронта. Все-таки олигархия у нас контролирует большую часть экономики.
и надо разобраться. Мы обвиняем олигархию в то, что они захватили государство. Значит, государство. Мы заявляем, что они коррумпированы. Мы заявляем, что в результате этой коррупции страшнейшей, значит, пропадают деньги из банковской системы, из бюджетной системы. Мы говорим, что у нас самые высокие сейчас налоги. Мы говорим о том, что у нас самые, значит, что цены растут, что никто не контролирует и так далее, и так далее. Поэтому какие шаги? Шаги должны быть жесткими. То есть президент, который имеет единственный человек с этого антиолигархического полюса, который имеет полномочия. То есть нету... То есть вокруг него должны объединиться, конечно, именно у госпожи, этой причине. У госпожи Майя Санду, в принципе, как я вижу, альтернативы нет. Ей придется идти на эту встречу. Кто сделает здесь первый шаг? Мне кажется, что президент должен делать. Вот в чем его сейчас сложное положение. Ну, да? Он делал после выборов. Но, с другой стороны, она, вы понимаете, она отказалась. Да. Ну, посмотрим. Достойно. Вы видите как? Вот Меркель. Меркель очень хороший пример. Три раза она выигрывает выборы, каждый раз она делит власть с основной оппозиционной партией, то есть социал-демократами. Если президент сделает эти шаги открыто обществу, я думаю, что он получит дополнительные плюсы, дополнительные, значит, пункты, кроме этого, доверие к нему со стороны центристов, правоцентристов обязательно возрастет. Время вышло. Так быстро? Но мне показалось, что это было интересно, потому и, как вы говорите, и быстро оно так у нас закончилось. Благодарю вас за эту беседу. Мне она показалась интересной. Нет, ну мы слишком вам. Специфически спасибо так говорили о политтехнологиях и так далее, и так далее. А хотя вы знаете, никогда не нужно недооценивать наших не только избирателей, но и телезрителей, потому что на самом деле люди учатся. Людям это интересно. Они больше начинают понимать. Это правда. Разбираются лучше. Мне это кажется, правда. Что избрание вот президента сейчас именно стало возможно только потому, что люди все-таки стали немножко мудрее и более осторожно. То есть они не просто доверяют, они так начинают проверять все-таки. Если бы они поступили так, и когда были выборы примара Кишинева... Ну, это наша вечная боль. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.